Давай, я ручку взял. Здравствуйте, глубокоуважаемые любители планерного спорта. Вот мы тут вам хотим показать, как красиво в Ботсване. Мы тут заглубились в Ботсвану. Ну, как, в принципе, конечно, что тут красивого там? Нет, не видно ни хрена. Степь да степь кругом. Путь далек лежит. Вот внизу, как это смотрится, это какие-то барханчики, микро выходы каких-то скал небольших. И до горизонта отсутствие какой бы то ни было видимой жизни. Просто вот совсем. От слова совсем. Ну, это и составляет такую некоторую суровую, я бы так сказал, красоту. Жмите, крыло показывает. Ну, какая-то вот дорога виднеется даже. Не дорога, какая-то, может быть, просека там. Где-то там ближе к горизонту. Но в целом это все смотрится, конечно, чудовищно. Вот так выглядит Ботсвана на границе с ЮАР. Ну, от границы с ЮАР мы уже 50 километров. Граница, собственно, вот там, куда я сейчас крыло показываю. И мы туда полетим. Ну, вот так вот все весело. Вот такой вот экипаж. Это я. Радую вас красивыми видами. А это Андрюх, он будет радовать вас красивыми воплями. Слева, слева, камера слева. Скажи что-нибудь. Эй, всем физкульт, привет! Ну разве так? Ботсвану в зале! Ну, смотри, эгей же по-другому надо включать. Ну-ка, давай. Да. Вот так мы кричим эгей. Впереди дорога облачная, собственно, это наша дорога домой. Мы уже возвращаемся. Ботсвану взяли. Маршрут у нас сегодня... Как сказали немцы, погода нелетная, поэтому мы полетели слетать 500 километров. Они остались на аэродроме, что-то у них погода нелетная, не знаю. Меньше 1000 не летают, наверное, ну а мы так скромненько. Ну, 500 мы уже пролетели, так что километров 600 пойдем сегодня. Я считаю, для учебного полета более чем достаточно. Ну вот видите, как сказать, зажрались, наверное, зажрались наши немецкие друзья, не хотят летать. А мы летаем. Физкульт приветом, ботсванным айвар. Держи ручку так, давай. Yeah. Эй!